Нормально. Не, давай мне надо. Как-нибудь тоже есть. Киберпанк. Будущее. Кругом пидоры. Везде трансвеститы, пидоры и БЛМ. Захаторова, вот и ты. Ой, Мегетор, у тебя больно. Я не помню, как играть, все. Никому меня не отдать. Конечно. Нет, в угол. Глупый Захатор, у тебя не одолеть меня. Где была? Опа. Ну, надо было так спылить, конечно. Здорово. Ну, это было не по плану, да. Я на карту засмотрелся. Я вроде бы вижу Мигеля, но его нет. Соскучился по маленькой мертвой девочке. Да. Один Мигель у нас только играть умеет. А еще Настюха вроде. Блядь, вот. Мигель собрал бутылочку. Ой, Мигетор, беги. Понятно, ракета, да. Как обычно. Сила радуги не выручила меня в этот раз. Наверное, мало радуги я нанес на свою машину. Какой красавчик. А. Мужчина. Куда ты? В какую ты сторону задрифтил? Идиот, лох поганый. Опа! Сбилась меткость, Захар, да? Раз было близко, но недостаточно. Ну неужели? Хоть одна. Только толку-то? Летала перед лицом, весь обзор закрыл. Ну да, пошел я нахер. Ага, еще и сам насрал там. Ну опять. Вот стерва. Что такое, Сереженька? Excellent job, ставил. Не, на самом деле Настютра меня спасала от этой всей срани и просто сбивала мне ракеты и не давала зайти в шорткат. Я ей должен быть благодарен. Потому что там Unreal. Я не хочу шорткат, это ебаный выпуск. Вот это было правильным решением. Пизду этот шорткат. Ну что ты в шорткат не поехал? Ты же скилл. Ну главное, я тебя напугал до усрачки. Нет! Нет! У нее была маска, она проехала через шорткат. Убище! Фу, паза! Ну, блядь, все ящики отобрали. Нет! Я не понял, золотой там че? Решил реабилитироваться? Да ёпта, блядь. А че вы такие тормоза? Да. Ну сейчас на финише разберем, что ты там подготовил мне. Серёг, ты в прошлый раз уже разобрался на финише, помнишь? Угу. Что такое за хатер? Давай на скеле догоняй. Что это такое? Я же нуб, я же дно. Захар, уничтожь его. Дном все позволяет. Я сказал его уничтожь, а не в меня бомбы кидай. Алло, чё? Опа! Ну почти, да.
Хорошо, Захар. Могёшь, могёшь. Почти камбэк. Ну, почти. Кто посмел убить меня? Ичка! Чтоб вам всем мой замок проходить на платину. Нина наказывает, Нина не прощает. Скотина. Ну, началось. Что такое? А, это ты, Захатор? Я думал, это уже Настётр. Зараза. Снайпер. I'm sniper. Yes. Не то, что в четвертом краше, блин. В два ящика попасть не может. Ну да, в четвертом краше ты просасываешь. В смысле? Алло! Чё? Блин, ну это вообще штуки дорого. Да ладно! Я не за... пизду, блядь! Ты что это с этой ебаной игрой не так? Никому меня не отдали. Сила радуги неодолима. Опа, собрал. Дядя Фонтейн, на помощь. Спасибо. Я сам сюда нагрел. Дядя Фонтейн меня предал. Смирение, да? Сука, откуда? Принятие. Алло, да. Какие-то текстуры словил. Классно. У меня таланты тут теперь все баги собрать. Ты не путайся, ты под ногами, алло. Папа. Я не путаюсь. Пошел прочь отсюда. Зараза. Ну ни туда, ни сюда. О, все. Я приехал. На. Ты еще потолок пробила головой-то. Что это? Что это было? Слышь, черт, куда ты поли... Ай, все, пошел нахер я. Собрал, Захар. Блять, стенка, труба, блять, что это? Фонарь, нахуй. А вот про то, чтобы там в лабиринте проскользнуть, ну это вообще... Ну как так, вот размен, да? Так я не буду. Я покажу. Понятно. А, пошел нахер я. Что такое, Серёженька? Ты поплющи.
Да, меня немножко выбило из колеи. Сука, не успел парировать. А, это было близко. Он коснется меня. Он коснется тебя. Я лечу к тебе, Мегетта. Это хорошо, блядь, это бочка тебе просто, блядь, это бочка. Ой, да ладно, тут не надо. Ты просто понял, что лучше под бочку кинуться, чем встретиться со мной. Я лечу к тебе, Настя Атара. Нет. Да. Смогу. Стоп. Подожди. Нет. Не меняйся. Нет. Нечестно. Нет! Я уклонялся как мог. О, щит! На тебе, бог! Получил? Ага, не должен был. Ибо нет. Блядь, Нина, ну куда ты? Почему ты вперед? Май. О нет, мне не нравится этот звук. Щит мне срочно. О, молодец, Настетро. Товардо. Да ну нахер. Вернись. Я найду и убью тебя. Вот где ты раньше был, грёбаный щит, но... Нет! Как ты мог выжить после этого, Захатора? Да, я знаю, ты должен был быть моим генералом. Куда надо, блин? Никто меня не одолеет. Ну-ка. Поддержу. Да, поддержу Захатор. Все равно трасса всратая. Слушай, мне идет. Может тоже по приколу. Давай я тоже по приколу возьму самолет. Потому что обычно он покупной. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that?
Давай, не отставай от коллектива, бери самолет этот мергающий. А если у нее нет. Вообще бы такой вырви глаз нахуй. На неоновой трассе 7 самолетов мерцающих. Пидорская засада. Походу. One Imposter Among Us. Да-да-да. Не. Так, я прям скриншот. Я скриншот прям сделаю. Сейчас все будут страдать нахуй. Ну чё, погнали нахуй. У меня прям уже это, галлюцинации начинают идти, они так все крутятся, крутятся, мерцают, мерцают. Сейчас в транс пойдем такие. Я тут уже прям на три полетел. О, понеслась. Минус один. Немецкий ас. Серег, тот факт, что ты немного похож на Киану Ривза с этим, ну, с этими бородами, еще не делает тебя чемпионом. Не надо, нет! Ну нахер. Нет, блядь, хуй это. Мне нужен щит. Он коснется меня. О, нет. Вот это шарик. Вот это клёвый шарик. Доктор Картер передаёт привет. Яйцо. Отвратительный самолет. Мне понравилось. Радуга дает мне силы. Где-то я слышал такую историю. Блять, я начинаю понимать Ранчика. Когда он жаловался, что у него пальцы болят. Я сейчас тоже уже, блядь, отвык, видимо, играть, что у меня прям все косточки хрустят. Пока, неудачник. Ахуй. Что там говорил Сережа? Блуфайер не сохранился. Нет! Как? Нет. Невозможно. Impossible. Мне? У меня блюфайера нет. И какое-то обезение. Это лох потом. Месть. Это блюдо, которое подают холодным на стоторов. Скилл. Бог. Скилл уровень лох. Не да понял. Ёбаное пламя, да ёбаные бидоксы. Вот так вот из нихрена взял и потерял. Опа. Да хули оно гасит в воздухе, а? Ну ебаные бидоксы, а? Ну фу ты меня взял. Да ладно. Сколько можно было кнопку эту дрочить? Я ж специально даже притормозил, потому что знаю, что я не уклонюсь.
Я же говорю, рандом. Иногда на ТНТшках какой-то рандом работает. Они не сбрасываются просто так. Нина наказывает, Нина не прощает. Что такое за хатера? Тебе не одолеть меня? Ни в этой жизни, ни в следующей. Потому что я был фаер держал на тяжелом повороте. Да пизду тебя. Да блять мой! Падла, вернись, он был мой! Скотина! Да что за... Тебе не одолеть меня, глупый мегетеров. Сбрось щиток, мы с тобой сейчас поговорим. Мразь. Да? Что ты хотел сказать? Подонок, тварь. Ты ненавидишь меня? Ты презираешь меня? Я запихаю свой ботиночек тебе в задницу. А у Нины, блядь, здесь сердитые ботинки, такие прям говнодавы. Железными этими тапками. Серьезно? Да ладно. Блядь, как ты это сделала? Объясни мне. Ну, конечно, в воздухе потерять, это всегда по-нашему. Блядь, опять ящик отняли. О май гад. Захатан, я ненавижу. Я тебя презираю. Нет! Куда пошла? Сука, стой, гнильщи, стой. Ебаная. Тебя не уйти от меня. Дайте мне волыну. Из дома, нахуй. Ебаная игра, надо ее удалить. Она меня огорчает. Не надо эту трассу ставить. Да ладно, она ассасная. Серега, я вижу. Она классная. Вообще секс. Он здесь выигрывает. Боргер. Ой, забыл трассу. Ну да. Я тебя взяю. Да в пизду, блядь. Ты как боженька неси. Да ну нахуй. Чё, как, Серёг? Ты весь? Четыре падения уже. Так, кто тут у нас? Настёпор. Тебе не уйти от меня. Ага, Настётор, ты думаешь задерфаться? Тебе не уйти от меня. Это ай, пизду, ебучая пламена. Хоть снич собрать. Хоть что-то полезное сделать за трассу. Уголок? На, уголок мой. Полгать, кстати говоря, признаны лучшей семейной игрой. Чтобы вы понимали, да, какие игры выигрывают сейчас в номинациях. Шестое падение. Last of Us всякие там, Among Us. Ну, семейная игра Crash Bandicoot 4. Да хуй там. Фец, я вообще забыл эту трассу, но я ее не чувствую. Это провал года, ебать. Золотую марину ему нахуй, вместе с Ледовым холодом. Ай, в пизду. Говнище, блядь. Да пошло ты нахер, да как ты... Блядь, где там ускоритель был? Не, Захар, почему он в этот раз... не срабатывает? Ай, в пизду, ну. Это что такое?
Infinity вообще нельзя относить к Bioshock. Это отдельная игра, это говно. Да, да, да. Я же сказал, тогда код Вероника не Resident Evil. Да пошел ты в пизду, блядь. Сам туда иди. Ты вообще... Ты не те игры сравниваешь. Идеально, идеально. Можно сказать, что он не Resident Evil, но, блядь, код Вероника прям один в один такой же, как предыдущий. Ни хрена. А вот, блядь, Infinity, он... Infinity ни хрена, код Вероника слишком. Стрельба с двух пистолетов, полностью 3D-шные задники, это все не, это не то. Это не резиденты. Почему все, блядь, это, сюда? Тут, я не понимаю, почему Мигелю не нравится Infinity. Потому что его Bioshock назвали. Походу так. Да. Потому что игра хорошая. Пизду, нахуй. Так же, как Shattered Memories, нахуй. Почему он называется Silent Hill? Только потому, что там персонажи Silent Hill. Иначе Silent Hill, в общем, не перемирит. Хотя, в принципе, игра хорошая. А Infinity, она плохая, даже Shattered. Тупой шутан с безумным. Блин, да в Infinity, по сути, сюжет один в один даже с твоим Бенди. Такие же петли временные. Какие петли временные? Там какие-то, блядь, параллельные вселенные. И параллельные вселенные тоже, да. С временными петлями. Нормально, молодец. Нормально будет. Это тебе за Infinity. Ай, ну нахер, ну... Ну как ты смогла? Ты же Bluefire потеряла. Ты издевается, не... Бабы зло. Чё ты там говорил? Бабы зло, это вот... Это определённо, брат. В смысле? А почему? Я тебе только что выстрелил, почему тебя не ударил? Бучи биноксы, нахуй. А, ну да, правильно, конечно. Ты просто кортекс такой кривой. Серёга, блядь, просто друзьяшки набился к биноксам, блядь. Хвалит четвертого крэша, вот они его и защищают. Вот один, блядь. Просто ты стреляешь по самому забагованному персонажу четвертой части. У него всегда что-то не так. Yes. Пиу! О, yeah, снайпер! Fuck you! Пошел ты, снайпер! Лошара, ну бище, фу, пазер. Зараза. Кто такой, Сереженька? Прицельчик сбился у снайпера. Чертова Настя. Зачем ты в сестрик выпустила, подруга? Билли, я понимаю твое желание убивать, но ну зачем так-то? Зачем, блядь, очередь убивала, шмарять? Да, а? Что с тобой? Ты партируешь? Четвертый. Настя багнула меня. Я ж говорю, Кортекс самый кривой, у него все не так. Нам не теперь прицел пожизненный будет висеть от ракеты. Ай, давайте уже кончайте меня. Там принятие сверху, да? Я не могу. Что такое, Серёженька? Тебя бьют, тебе больно. Настя, умоляю, взъеби этого... Зазнайку. Как чётко я мимо всего проскочил, Захар, ты бы видел. Да ну нахер. Ещё и Захар, но... А вот этот Снуп, блядь, налетел. Я
Ай, все, пошла ну нахер эта карта. Не умудрился, блять, разучился я разворачиваться на финише, хотел куда ждать, он щитов. Со своими поворотами этими, неповоротливыми. Ну сразу видно фаната Infinity, блядь. Улетел в бесконечность. Чё, Серёженька, бесконечность не предел, да? Ничего. В другой параллели я тебя порву. Серёга, наверное, в ДБД хотел сегодня поиграть, да? На крюке повисеть. Я уже поиграл сегодня, повисел. Не повисел, а... Понавешал. Понавешал, пойдет. Сраный русский язык. Ну. Попробуй слово подбери правильное. Не звонят, а звонят. Ну. Или не звонят, а звонят. Творог, творог. Творог, творог. В английском легче всего. Сказал фак, а все поняли. Белорусский вообще идеальный язык. Ну. Как слышим, так и пишем. Первое правило. Серёженька, привет тебе от доктора Картера. Нормально. Пизду. Да ладно, чё он лопнул-то сразу, ну? За Катара приехал, да? О, желтенький! Иди-ка сюда! Не-не-не. Блядь. Ебище. Хорошая попытка. Хорошая попытка. И дает. Пиль. Спасибо, блин. Солнце меня в очко, блядь. Урода, блядь. Мразь меня. Парень, блядь. Я как боженька вообще летел. Я почти уничтожил его. Захар, затормози его. Он вином все приводит. Что такое Захар? Они ему помогают. Тебе больно, Захатер. Да ну нахер! Так. У меня ничего нет. Десять сотых. Ты был близок к Захатору. Японский автопром Захатору. Тебе это не поможет. Что? Что? Что вы? Японский автопром, говорю. Понятно. Да блять. Какой ублюдок это сделал, а? Я лечу к тебе, Мегетеру. Я блюфая потерял. Дайте мне чудную волыну. Блять, спасибо, я его убил. Вовремя. Я бы тебя догнал. Был бы еще один круг, и там ты была.
А ты как конечно, мог, блядь? Конечно. Только и можешь, нахуй, когда я пламя потерял, только тогда ты смог обогнать. Я ничего, тоже пламя потерял, и ты начал меня догонять, но ты слишком нуб, чтобы использовать возможность. Это все потому, что Бинекс все мои ракеты в стену уводят. Вместо того, чтобы в тебя стрелять. Это... Здорово, жопая байда. Слушай, Серега, ты прав, учись, я вообще не понимаю, почему левая сторона оранжевые колеса, а правая синяя, как это как понять? Ну, это указывает о моей ориентации, многогранной, многоцветной. Ой, блядь, и безграничной. Что это? Ай, ну, блядь, от нее не уклониться. Подонок. Подонок. Показать, какие вы жалкие. Ты должен был быть моим генералом. Тебе Питер Мина, она unstoppable просто. Но мне некого спалять, Сереженька. Мне некого спалять, прости. Она стетра тебе на что было? Ладно, ладно, следующий. До этого ты не будешь стрелять. Ох, поверь мне, я буду стрелять. Я буду стрелять и наслаждаться. Представи на скилл. Он специально меня ждал, да? Серёг. Предлагаю перемирие, давай отпугнем его. Там много все позволяет. Бля, я промахнулся на меня. Братанчики, давайте сейчас он. У меня будет еще 50. Сейчас я буду убиваться. Нет. На кого мы? На Настетера, да? Охотимся. Да, Настетера нас с тобой там отпиздило обоих, причем. На ракетами, реактивными дилдами, блядь. Вломил, папу. О, ёпта, это называется вломил? Это же, в смысле, ты чё, нарвался на... Нормально. Я пытаюсь вынести на Стётру, Мигель собирает всё, что я ставлю ей. Хорошее перемирие. Мне нравится. Что это было сейчас вообще, блядь? Серёг, ты спас меня? Не знаю. Ты бросился на нитру вместо меня? Спасибо. Ты поступил как настоящий преданный дядя. О, Настя, как какая-то шушера. Господи, блядь. Опять она своя дилда, блядь. Серега, ты, я хотел бы. Опять, ну. Блять, хули ты делаешь, козел? Я в нее стрелял. Зачем ты ее спас? Дубина. У тебя что сегодня, блять, синдром телохранителя? Да, я всех грудью спасаю. Блять, я чуть поймал твою бомбу. Ага. Отличный план. Короче, она нас вынесет, на. Она унизит нас обоих из-за тебя. Из-за меня? Из-за того, что ты боёт меня сбил. Я в неё целился с ракеты, а ты меня сбил. Сейчас, видите, попытайтесь остановить её. Сейчас. Если получится. Сейчас ещё Захар поляжет. За что у меня? Давай.
Я лечу к тебе, Настётр. Тебе не уйти от меня. Ой, Настётр, тебе больно. Сейчас Мегешенька к тебе подъедет. Не? Видимо, нет. Ага. Серёг, он много себе позволяет. Давай его тоже отпиздим. Давай. Блин, Нина, ну хорош ящики перегибнуть, дано. Нам нужна чудная волынка. Это не чудная волна, вообще ни разу. Выкидывай нахер так давно. Не коснись меня. Предпочитаю насмерть. Сделай нам машину и умри. Нахрена мне на пятом кругу ТНТшка? О, заканчик. Красивый красный ящик не набрал. Кибер не наказывает. Я бы поиграл. Не такую игру. Которая бы в мире стимпанка происходила. Типа как киберпанк, только стимпанк. Биошок Инфинити, например, неплохо. Я сказал, как киберпанк, там был открытый мир. Карта вполне себе киберпанковая. Тут типа часы, временная какая-то петля, переносы. Я приехал. На карту приехал, да? Вот все, да уебывались. А то шли тут такие крутые первые на блюфайре, нахуй. Пошли нахуй, оба дружно. Пизду. Желтый мстит, что-то наказывает. Я не понял, как вы все через шорткарт прыгаете? Там такая бутылка стоит. Шикарная. Сильно прыгучая. Ой, Захарушка, я лечу к тебе. Взял пад, он мне щит снял, блядь, скотина. Пизда. Сюрприз, мадафака. Желтый опять первым, как так-то, блядь? Моё дело, да быстрее тебя. Ты так старался сделать мне больно. Гешенька. Оно того стоило. В узком проходе было бы очень классно, да. Да блядь! Все полегли! А, нет, Захар, падла, прыгнул. Не понял. Как это так? На, говно! Ты думаешь, тебе это просто так, да? В смысле? Маленькая злобная девочка. Кто, блин? О, май. Отлично, блядь. Да не надо мне тут своими ракетами, не надо. Никто не хочет эту бутылку собрать, она меня... Она бесит.
Неужели я буду последним? Что это было? Позорище! Днище! Блять, даже если бы в Москве мы бы сидели, нахуй, я бы все равно уничтожил тебя. Конечно, с одного экрана тяжело играть, но я бы порвал тебе сраку. Да. Ты щекотки боишься? Ты про меня? Это конфиденциальная информация. Я отказываюсь отвечать без своего адвоката. Мигетор. Я честно скажу, что я боюсь чего. Не надо! Не надо там вот эти свои. Ты ничего не докажешь. Отлично. Отлично. Радуешься, да? Да, захватывай. На сплитскрине нам лучше не сходиться. Не понял. Зато якше понял. Я понял угрозу. Серег, ты же понимаешь, да, что я уже старый, и вот мне игру посоветовала, если она будет очень страшная, вдруг меня инфаркт хватит. Ты будешь скучать. Нет, что это? Я все сказал. Я не бросал в тебя бомбы, Захатеру. Ты была Настя. Я о другом теперь говорил. Я уже понял, что это самое интересное. Блять, я для кого стараюсь, а? Ничего не собрали. Опа. Чуть на бутылку не сел. Ах, так и знал, не хватит. Да ну нахер. Нет. Почему меня? Да ладно, я бомбу бросил, алло. Серёг, кто там про карму сказал? Ты за карму? Ну нафиг карму! Ну я-то тут при чём? Серега, он там умирает опять. Да. Нахер тебя так. Я знаю, куда мы сейчас пойдем. Я хочу Серегу порадовать немножко. Поднять его настроение. Нет. А там какой-то сомнение. Трасса это папу пирамид, да? Нет. Не киберпанк. Это не, это. Нет, нет. Это дешевка, трасса, да? Такая. Не киберпанк, как... так ничего, не. Дешевка, да. Это не киберпанк. Это скорее стимпанк, или да. Ну, дизельский. Либо нет, это даже дизельпанк скорее. Ну как раз как ты. Я тебя за это самое запсирал с ней. Наверное, очень хочешь вот на эту трассу поездить. О, да. Старый добрый Infiniti, да? Да, прекрасно, замечательно.
я уже забыл, кстати. Хорошо. Ну тут я буду первым. Я не забыл, как Захар решил на этой трассе попробовать турку. Это было смешно. Захар страдал. Колумбия ждет. Ну а, блядь. Все, на помощь позвал эту, да, блядь, Элиса, блядь. Нет, Захатров, я спешу убивать христанутых. Что? Кого ты слышишь убивать, Сёженька? Христанутых. Сейчас будет весело. Настя, я хочу слушать. Умри. Серега, он пизды получил красиво. Да мы посмотрим, кто крутится, блядь. Мцок или фанфейм. Зараза. Посрали, сука. Пиздец, ну. Вот нас, Сереженька. Колумбия не так прекрасна, как казалось, да? Прекрасно, прекрасно, Колумбия. Просто я слишком старый. Забыл, как на ней побеждать. Не вхожу я в повороты правильно. О, Захатор, а вот этой. Переставляемся. Просто слишком быстро. Отлично. Не на скилл. Нормально все. Нормально все. Все. Не считается. Считается. В дело вмешались Гиннесс. Считается. Наша битва не окончена. Неправда, ты Бинуксов опять натравил на меня. Они меня уронили. Я тебя на твоем биошоке в трубах ру нагнул. Я тебя и тут нагнул. Ну, короче. Вообще-то в моем биошоке в Дипсей Дайвинг я нагнул всех. Это не надо мне пиздеть. Ну да. А трубы да. Ру это так. Пойдем. Хуйня, это даже не биошок. Так. Это Сома. Трубы ру это Сома. Захар, ты должен победить. У меня слишком пальцы болят для этой трассы. Да, блин, бандикуты всегда побеждают на этой трассе Кортекса, но у меня как пальцы болят. Слушай, я тебя вспоминаю другой уровень Кортекс карты. Так, у меня была 41 смерть. Сколько будет здесь? Да ну нахер. Серёг заебись начал, да? Я думал, Мигель соберет ее. Честное слово, мне просто не видно было. Да! Он даже не... Нет, ёбаный. Он не опустился. Я просто, блядь, он не опустился. Yes. Никому меня не одолеть. Что за хатру? Без Джусотру не можете опустить старого Кортекса на его трассе, да? Welcome to hell. Ну да, то что-то как за окном холодно, надо немножко это, ух, согреться. Это не я, это Бинекс. Кто это сделал? Ай, зацепился. Вот если бы кто-то мне щит не снял, блядь, вначале.
Я бы, блядь, его убил, а? Я уже был готов. Найн! Найн! Найн, 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 найн! 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 No, god damn it, please, no, no! Linux опять меня послал. Пеша сексуальный, да ел на меня. Вот это было. Вот это было неплохо. Осуждаю. Да ладно, не зацепил. Что такое, серьезно? Понятно. Походу, ТФБ патчи делали на КТР-ку. Да нахрена мне она нужна? Вот это было красиво. Это было реально красиво. Что это? Сука, каждый раз в случае, когда я почти загоняю Серегу, выскакивает Захара, все не делает, но... Ну прости, ну да, дай мне пойти спокойно! Сука, ты мне бомбу затирай! Кто? Получил? Что такое, Захар? Тебе больно? Карма, чувак, карма. Ибо нехуй. Серёга, это ты что ты со мной сделал? Я ничего. Ничего, ну понятно. Ты бомбы просто херакнул по мне. Нет, это был не я. Вообще. Да это ты был, ты. Да нет, это Мигель. Да... Какой Мигель? У меня вообще оружия не было. Он же это... Он бы мог бы промахнуться. Ну что, ты там готов, Серёга, или ты как обычно? Да. Сейчас Серёга будет властвовать, доминировать и унижать. Угу. Сейчас буду лететь на радужных колёсах, как Рикардо Милос в своей этой ванне. Раз 50 пересмотрел, просто шедевр. Вообще, больше у меня на ванну похоже, на самом деле, тачка. Это я сейчас буду Рикардо Милосом. А ты будешь усами. Крепким орешком. Как? Ну как бля! Так? God damn it, fucking fuck, bitch. Fuck me hard, да? И пальнуть не в кого. Ну что за западня такая? Да ладно. Ой, господи, не зашел в поворот. Давай, не нути в камбэк. Покажи им пауэр Рикардо Милоса. Серьезно, Феникс, вы чё? Ублюдки, мрази, твари, пидорас. Я лечу к тебе, медиатор. Скилл за хатера, скилл. Ах ты, сука. Ой, Серёженька, тебе больно? Ну ничего, у тебя блуфайера нету. Ты большую цену за это заплатил. О, зацепил, блядь. Нет!
Блять, ебаная сука. Ой, Сереженька, что с тобой? Блин, так мать твою, а ну иди сюда. Нет. Захар! Нет, ты все испортил! Ты все испортил, я ненавижу тебя, я презираю тебя. Дайте мне Дзаварду. Нет, а, сволочь! Нечестно! Я выиграл уже, ну! Вот тут ты, сука, взялся, сука! Ну, главное, желтого хотя бы, блядь, унизили, опустили, изнасиловали. А то он там понтовался, весь такой крутой, весь такой скилловый. Сколько ты моих бутылок собрал сегодня? Когда ты в лицо прилетели. Да, Нина все еще в ударе. Блять, конечно, весело. Это было пиздец, как угарно. Не забуду, не прощу. Ладно, я дам тебе шанс. Давай. О, не. О, прекрасно. Но это будет последний, финальный босс. Сереженька, это для меня плохая трасса, а не для тебя. Да, да. Да, мой Захарушка, да, да. Пускай меня вперед. Ну, конечно. Не получилось. Не фартануло. На. Пока что ты. Как ты это? Пока что Захар мне надо. No, goddammit, please. Holy fucking shit. А что это ты так вперед-то протянул? Охренел? Меня, значит, на месте оставил, а охренели, что ли, вдвоем по три ящика забирать. Так, кто там стреляет? Ни хрена не видно. Минус за хатер. Ну я поехал. Ну я думаю, тут уже все решено. Хорошо, хорошо. Ты следующий за хатер. You next за хатер. Пишу, у меня есть. А ты-то откуда взял, хватит? А ты шо у меня? Деньги, да ты посмотри! Шо у меня? Нет! Нет! Почему нет, не выстрелила? Я ушел! Ушел от опасности! Нина unstoppable! Нина is powerful!